блокчейн стремительно развивается как технология, и появляются все новые и новые децентрализированные платформы. У каждой из них свои особенности и преимущества, и в некоторых проектах, к примеру, в приложениях для смартфонов, хочется использовать достоинства сразу нескольких цепочек. Axelar Network помогает решить проблему выбора. Благодаря этой децентрализированной сети разработчики могут не ограничивать себя строгими рамками и создавать уникальные проекты на базе двух или более цепочек, ведь она позволяет быстро обмениваться данными между несколькими блокчейнами или полноценными экосистемами на их базе. Axelar – это сеть, способная обеспечить быстрое взаимодействие между такими блокчейнами, как Ethereum, Monero, EOS, Cardano, Terra, Cosmos, Avalanche, Algorand, NIR, Celo, Polkadot и другие. Этот список будет регулярно пополняться новыми известными названиями, ведь в век развития Web3 крайне важно связать цепочки между собой. Не менее важно и обеспечить обычным пользователям, далеким от сложных технологий, возможность быстро обменивать одни токены на другие и переводить их между несколькими счетами. Axelar Network отвечает за облегчение сетевых запросов и включает несколько ключевых компонентов. Консенсус, пороговая криптография, контракты на шлюз, валидаторы, ретрансляторы. Чтобы обрабатывать кросс-чейн запросы, сети необходим консенсус. Протокол, согласно которому подтверждаются или отклоняются сетевые запросы, выполняется валидаторами. Консенсус как бы регулирует переход данных из одного состояния в другое, из цепочки А в цепочку Б. Он необходим для согласования действий внутри сети и обеспечения ее надежности. Разработчикам блокчейнов не нужно вносить какие-либо изменения в свои готовые цепочки, чтобы их можно было интегрировать в приложение на базе другого блокчейна. Сеть Axelar делает их взаимодействие быстрым и полностью безопасным. К примеру, если разработчик создает приложение на базе Polkadot, но не хочет отказываться от удобных для него инструментов экосистемы Ethereum, он может объединить все лучшее двух блокчейнов в своем проекте, связав все элементы при помощи Axelar. Сеть обеспечивает быструю обработку данных. А теперь давайте рассмотрим, кому будет полезен проект Axelar Network. Сеть Axelar может предложить преимущества нескольким категориям пользователей. Он подойдет для разработчиков блокчейнов и парачейнов. Настроив пороговую учетную запись, они смогут подключить и настроить взаимодействие с другими цепочками. Для разработчиков децентрализированных приложений, они смогут создавать приложения на базе любого понравившегося блокчейна, не отказываясь от идеи взаимодействия с другими. Разработчики также смогут свободно взаимодействовать с активами, передавать и принимать их, блокировать или обменивать на другие. Ну и конечно же, Axelar Network будет полезен для пользователей. Не имея глубоких познаний в блокчейне, рядовые пользователи могут переводить различные токены с одного кошелька на другой или конвертировать их быстро и с минимальной комиссией. Сообщество Axelar открыто для энтузиастов, которые готовы предлагать идеи по развитию проекта. За их предложения будут голосовать пользователи, владеющие внутренними токенами платформы. Авторы лучших предложений будут вознаграждены, а их идеи по возможности реализованы. Уже сейчас можно назвать основные отличия Axelar от других аналогичных проектов. В отличие от централизованных систем, которые часто используются для решения проблемы взаимодействия между блокчейнами, сеть гарантирует пользователям высокий уровень безопасности. Центры взаимодействия более удобные, но создаются под определенные блокчейны. В этом плане Axelar универсальнее, ведь может объединить абсолютно любые цепочки. Парные мосты более эффективны и безопасны, но для их создания требуется много времени и ресурсов. Еще один минус – то, что они практически не масштабируются. Axelar предлагает гораздо более гибкий набор инструментов, с помощью которого можно заметно упростить процесс взаимодействия между двумя или более блокчейнами. Масштабирование сети обеспечивает свойства протоколов Axelar, среди которых можно выделить наиболее важные. Первый – это интеграция Plug and Play.
Разработчикам не нужно решать сложные инженерные задачи, чтобы связать между собой интересующие их блокчейны. Второй – межсетевая маршрутизация. Все необходимые для корректной работы соединения адреса обнаруживаются системой автоматически. Третий – возможность обновления. Если какой-то блокчейн обновится, связь между ними не нарушится и не возникнет потребность в создании нового смарт-контракта. Четвертый – это единый язык для приложений. Программное обеспечение не придется переписывать, чтобы все части сложной системы корректно работали. Помимо прочего, можно отметить, что Axelar – децентрализированная платформа с высоким уровнем безопасности, надежно защищенная от внутренних сбоев сложными алгоритмами работы. Все это в совокупности делает ее надежным партнером для крупных блокчейнов. Примечательно, что стек Axelar включает в себя как межсетевые протоколы маршрутизации, так и протоколы передачи на уровне приложений. Это делает его наиболее универсальным решением. Нагрузка на сеть Axelar при этом минимальна, поскольку она обрабатывает только информацию, связанную с контрактами на шлюз и межсетевыми транзакциями. Объемы информации растут только в связи с обменом данными между цепочками, а изменения самих блокчейнов на них никак не влияют. Как правило, транзакции между блокчейнами обрабатываются партиями, что также снижает нагрузку и повышает производительность. Axelar – перспективный парачейн-проект, который уже сегодня поддержали команды, чье мнение в криптосообществе весьма ценно. Новую сеть спонсируют Binance, Divergence Ventures, Zola, Galaxy Digital, Dragonfly Capital и другие. В данный момент разработчики проекта сосредоточены на интеграции тестовой сети, а в перспективе запуск первых децентрализированных приложений на Axelar. Разработчики планируют построить вокруг проекта целую экосистему приложений и решений, которая позволит быстро передавать данные между двумя абсолютно любыми блокчейнами без каких-либо ограничений. Axelar Network – проект, который однозначно нужен криптосообществу. Если заявленная командой возможно будут доступны разработчикам и обычным пользователям в ближайшее время, это будет огромный шаг вперед. Ведь сегодня проблема межсетевой передачи данных остается актуальной, поскольку большинство существующих инструментов для нее несовершенны и нуждаются в доработке. Сейчас Axelar Network может стать тем мостом между разными блокчейнами, которого сейчас так не хватает сообществу.